Дорогие друзья, всех приветствую! Если вы обожаете Мелбет Первую Лигу, то для вас магическое число 13 ровным счетом не значит ничего. А значит, что матчи и 13-го тура лучшей лиги мира вы будете смотреть с огромным удовольствием. В том числе встречу, которая вот-вот начнется на стадионе «Геолог» в Тюмени. Местный футбольный клуб «Тюмень» принимает КАМАЗ из Набережных Челнов. Максим Храмцов, 34-й. Александр Каратаев, капитан, 24-й. Артем Курышев, 32-й. Данил Клёнкин, 4-й. Караева очень внимательно. Пара центральных защитников Тюмени, Сухорученко, Шавлохов стережет. Ой, какая скидка неудачная, но все-таки опережает Купцов Кенфака. Я думаю, что определенные перестроения, именно не кадровые, а в тактическом плане, из-за этого у КАМАЗа произойдут. Пока же Карпов делает прострел в штрафную площадь. Скидка под удар. Каратаев! Именно Каратаев заслужил этот гол. 1-0 в пользу Тюмени. 42-я минута. 4-2-2-4 на спине у Каратаева. И хозяева забивают такой нужный, такой долгожданный гол под занавес первого тайма. Великолепная атака. Стянулся на фланг центральный нападающий Карпов. Сделал передачу в штрафную площадь, а дальше скидка на Каратаева, который упаковывает мяч в девятку ворот Купцова. Тюмень, которая здорово играет дома с КАМАЗом, которая здорово играет 5 октября, независимо от соперника, забивает в этом матче первый. Но снова с мячом КАМАЗ. Горелов, мяч под левой. Горелов, Горелов! Гошев. Продолжаем игру, показывает главный арбитр. Горелов тащит, тащит дальше мяч. И похоже, что атаку продолжает судья. Даже несмотря на фол. Здорово! По мини-футбольному сейчас работу с мячом мы увидели. И удар выше цели. Подвоши, подошвы, перекаты вот эти. С правой на левую или с левой на правую. Отскок какой! Поройков! Угловой, показывает главный арбитр. Но вот сейчас подарили на ровном месте шанс тюменцам челненцы. Посмотрите. Вот здесь не совсем понятно, что хотел исполнить Савинов. А что исполнил защитник, вообще непонятно. И что, неужели чистый выход 1-1? Нет офсайда. Шанс для КАМАЗа. Шанс для КАМАЗа. Пенальти. Пенальти в ворота Тюмени. Павел Горелов, который уже теперь капитан. Минуту как. И не может подняться с газона Давид Шавлохов. Он все прекрасно понимает. КАМАЗ убежал в эту контратаку. Убежал великолепно. Шавлохов желтую получает. Руслан Опеков против Евгения Гошева. Разбег короткий, медленный. 1-1. КАМАЗ сравнивает счет. И, возможно, уходит от поражения. Но смотрите, КАМАЗ спешит к центру поля для того, чтобы попробовать в добавленное время дожать тюменцев. 1-1. Разводит мяч и голкипера по разным углам Опеков. Один из последних шансов для КАМАЗа вырвать победу. Подача! Удар по воротам! И что здесь? Еще один удар! Передача! Там уже пытаются буквально занести мяч за линию челнинцы. Опеков! Опеков, мягкая подача! И удар! Гоша спасает свою команду! Это невероятно! КАМАЗ, как когда-то Манчестер Юнайтед на Камп Ноу, мог перевернуть игру за пару минут буквально. Останется с мячом Тюмень. Передача низом. Хороший момент. Купцов! Добивание прямо в руки голкиперу. Но, похоже, там был офсайд. Был офсайд, офсайд у Поройкова. И, тем не менее, у Купцова был роскошный шанс сейчас завершить все в пользу Тюмени. Поторопился, как мне кажется, игрок КАМАЗа. И все на этом, друзья. Никто не победил в этой захватывающей игре. Тюмень-КАМАЗ 1-1. Тюменцы отличились в конце первого тайма. КАМАЗ ответил с пенальти в концовке второго.